Для откачки воды из люка ассенизаторскую машину вызвали с ДАЗа. Что произошло дальше, рассказывает водитель спецтехники. Подъехал, начал откачивать. Не начал еще откачивать. Машина буквально пустая, глазок все видать. Машина провалилась под землю, заглушил. Звонил ГАИ, ГАИ тут нет, ДТП говорят. МЧС звонил, вот не знаю, будут разбираться, чего, как быть мне в такой ситуации. Как быть в такой ситуации, чтобы не навредить еще и другому автотранспорту? Сейчас я начну машину поднимать, другие могут также вот с другой стороны все видать, как пойдут они тоже так же вниз. Как... Они тоже могут провалиться? То могут, стоп, тут вообще асфальта не было, тут вот на одном льду только держалось. Радик себя грешником не считает, поэтому не понимает, почему случилось такое несчастье именно с ним. Не радость тут такая, веселиться нечего. Вот подарок на 23 февраля. Кто виноват и почему провалился автотранспорт, сейчас разбирается руководство ДАЗа. Татьяна Баловнева, Анжелика Боровинок. Наше время.